Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вязать вот такое вот платьюшко. Оно очень простенькое, с круглой кокеточкой. Я не стала сильно мудрить. Мне вот понравился, я встретила такой вот узорчик, увидела, не помню уже где. Он такой рубчиком идет и как бы складочкой получается. Так, когда вытягиваешь, оно вроде бы как складывается. Вот мне понравился этот рисуночек. На юбочку, по-моему, очень хорошо смотрится. Ну и заодно вот круглую кокеточку мы с вами очень простенькую тоже свяжем. Я его платье вязала одним цветом. Здесь можно сделать кокетку другим цветом, юбочку другим. Можно добавить небольшую отделочку, но я не стала делать. Оно и так, по-моему, вполне нарядное. Ну, украшать вы сами можете. Здесь можно и цветочки разные, и можно, ну, там все зависит от вашей фантазии. Теперь размер этот у меня на какой? Примерно на девочку от 3 месяцев до годика. Ну, в принципе, можно его увеличить размер. Примерно, если увеличить размер вот этой части, обычно берется размер обхват головы. Но это если без застежечки, можно будет так. Если вы хотите чуть выше делать саму пройму, то по линии горловины делаете мерку где-то на уровне, как она называется, ямочка на шее. Вот по этому уровню плюс где-то 1-2 сантиметра. Можно такую мерочку взять, но тогда вам нужна будет застежка. Если хотите просто без застежки, то можно, конечно, по обхвату головы. Теперь узорчик. Вот у меня здесь я набирала 80 воздушных петель. Но если вы хотите увеличить, например, или у вас другая пряжа с другой толщиной, то раппорт узора, я вам сейчас примерно скажу, у нас примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Но вот, например, у меня на 80, у меня немножко несовпадение пошло по узору, поэтому можно будет сдвигать обычно, немножечко сдвинуть там где-то, может быть, через, здесь я через одну петельку, там дальше вы увидите в самом видео, вы увидите, я через одну петельку распределяла узор, то там, где у меня не получилось совпадение, я эту петельку убрала, то есть в каждой. Так что можно будет так равномерно распределить. Вот здесь вот у меня их получилось раппортов по кокетке. Сейчас я вам посчитаю их. Так, вот здесь вот у меня идет половинка. Но если брать вот эту вот половинку, я буду считать, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 10, вернее, получается 9 и 2 по половинке. Да, 9. Ну, если бы я вязала по кругу, то это было бы 10 раппортов. Вот. Так, теперь дам вам мерочки, чтобы вы уже смогли сориентироваться по самим меркам. Что у нас тут выходит? Давайте вот мерочку самой горловины. Тут может быть плюс-минус, потому что ниточка тянется, поэтому смотрите. И потом все зависит от того, насколько плотно вы вяжете. Вот здесь вот у меня по мерке примерно 44-43 сантиметра по первоначальной мерочке. Затем мерку высоты кокетки самой. Вот до проймы. До проймы у меня примерно 6-6,5 сантиметров.
Так, длина юбочки. Длина юбочки уже от самого узора, без вот этой вот линии, у нас идет из столбиков примерно 21 сантиметр. Ну и давайте общую длину платья от плеча примерно 32 сантиметра. Говорю примерно, потому что все зависит от того, насколько плотно вы вяжете. Вполне возможно, что у вас может измениться вот эти мерочки, потому что кто-то тоже вяжет, кто-то, даже если вы берете те же, ту же пряжу, тот же крючок, у вас вполне возможно будет немножко другая плотность вязания. Поэтому смотрите уже, там корректируйте по ходу работы. Затем, что нам еще нужно знать, вот вязала я из чего. Это пряжа Alize Diva Silk Effect. С эффектом шелка, да? Так называется. Если кто-то, поправьте меня, как переводится, я точно не знаю. Толщина нити у нас 350-383 метра. Это значит от до, да, вот эта толщина может варьироваться от 350 до 380 метров на 100 грамм. Так, здесь у меня 100-граммовый моточек. Ушло у меня на это платье один моточек, и примерно мне вот не хватило здесь на 3 ряда, ну, может быть, грамм 30 еще. Но всегда можно брать, берите 2 моточка, потому что мы еще будем вязать к этому платью трусики. Я запланировала связать трусики, поэтому будем вполне... Может быть, еще что-то довяжем до нее, может, панамочку свяжем. Но берите 2 моточка. Но если больше размер будете делать, то, возможно, вам понадобится больше немножко. Ну, смотря на какой возраст вы вяжете. Так, крючок какой? Крючок номер 2. Куда-то я его делала сейчас, но... В общем, знаете, крючок номер 2, но при этом, при том, я вязала очень свободно, не натягивая ниточку. Как видите, вот у меня полотно, да, оно эластичное. Если туго вязать, оно не будет таким. Ну и тем более еще пряжа сама очень интересная, она такая вот мягенькая, очень хорошая. Мне понравилась пряжа в работе. Кстати, спасибо девочкам за эту пряжу, мне прислали. Огромное спасибо за нее. Вязать одно удовольствие с такой хорошей пряжи, конечно. Ну, вроде бы все сказала. Думаю, что у вас получится, даже если вы только начинаете. Потому что узор несложный, вяжется легко. Сама моделька тоже несложная. Поэтому надеюсь и думаю, что у вас все получится. Ну и давайте приступим к работе. Итак, наберем с вами цепочку из воздушных петель. Делаем первую петельку. И набираем цепочку из 80 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10 и так далее. Смотрите, я не сильно туго набираю ее. И дальше 80 воздушных петель. Итак, я набрала 80 воздушных петель. И теперь зажимаем первую, последнюю воздушную петлю. Поднимаемся вверх. Раз, 2 воздушные петельки. И теперь вяжем столбики с накидом. Начиная вот с той петельки, которую мы зажали. И так вот в каждую петельку вяжем столбик с накидом. По цепочке. Это у нас будет первый ряд. По кругу мы вязать пока не будем. У нас будет застежечка, поэтому будем вязать туда-обратно. Первый ряд вяжем столбики с накидом. До конца. И так вот связали до конца такую ленточку. Теперь
Опять поднимаемся на 2 воздушные петельки, поворачиваемся и вяжем 2 столбика в начале. Соседнюю петельку 1 и 2. Это у нас будет как бы небольшая планочка, там где застежка будет. Теперь две воздушные петли. Так, пропускаем одну петлю и в следующую. Здесь вот мы вязали, петельку пропускаем, следующую вяжем столбик без накида. Здесь вяжем таким вот образом 5 столбиков. Вот один я связала, следующие 2, 3, 4 и 5. 5 таких столбиков. Опять 2 воздушные петли, пропускаем петельку и в следующие вяжем столбик с накидом. Один, и сюда же еще один столбик с накидом. 2 воздушные петли и вяжем еще 2 столбика с накидом в эту же петельку. 1 и 2. Это у нас вот один раппорт. Опять повторяем. Теперь 2 воздушные петли, петельку пропускаем и 5 столбиков без накида. 1 2 3 4, 5, 2 воздушные, петельку пропускаем, следующие 2 столбика с накидом. 1 2, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика. И 2 воздушные и так далее. То есть повторяем все время. Как видите, элемент из 5 столбиков без накида и вот такой вот элементик, чередуя, вяжем до конца ряда. Так вот, я к концу ряда подошла, и смотрите, у меня один раппорт, вот эта вот часть у меня здесь не помещалась, поэтому здесь я немножко отступила назад, и вот в этом месте вот этот элемент я связала без пропуска одной петельки предыдущего ряда. В этом 1 2, так, 3 4, 4 раза я не пропускала петельку для того, чтобы у меня рисунок поместился. Можно было 4 воздушные петельки добрать, но я уже не хотела распускать. Можно было вначале 84 петельки воздушные набрать, и тогда как раз поместились эти все узорчики. И вот в конце у меня 5 столбиков, 2 воздушные петли, и здесь опять же у меня пропуска не получится, потому что не влезет мне планочка, поэтому сразу вяжу планку. 1, так, 1 2 и 3. Если бы я вязала по кругу, тогда бы эти 80 петелек мне хватили бы на раппорт, но так как у меня забирают на планку воздушные эти петельки, то мне не поместился узорчик. Поэтому вот смотрите, если будете вязать по кругу, например, такой рисунок, то вполне будет нормально. Если нет, то надо будет добавить 4 воздушные. Опять поднимаемся на 2 воздушные петли, поворачиваемся, вяжем 2 столбика планки. 1 2.
2 воздушные петли. Сюда же вяжем 2 столбика. 1, 2. 2 воздушные петли. Теперь вот над этими 5 столбиками мы вяжем 4 столбика без накида. В первую петельку 1, потом 2, 3, 4. Две воздушные петли. Теперь вот в этом элементе вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли. И эти 2 столбика повторим еще 2 раза. Сюда же 2 столбика, 2 воздушные петли. И еще один раз вяжем 2 столбика. Две воздушные петли. Вот такой вот элемент у нас получится. 3 раза по 2 столбика. И опять повторяем. Над 5 столбиками вяжем 4 без накида. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. И дальше повторяем. Вот что у нас должно получиться. Вот этот элемент мы повторяем в каждом последующем вот этом элементе. А здесь у нас остается по 4 столбика посередочке. Так отвяжем до конца ряда. Итак, я дошла до конца ряда, и здесь последние 4 столбика. Дальше вяжем. Здесь вот у нас планочка идет, вот 3 столбика, да? Перед первым столбиком в петельку вяжем 2 столбика с накидом в одну и ту же петельку. 1 и 2. 2 воздушные петли. Дальше вяжем сюда же 1 столбик. И в следующий столбик. И в следующий столбик. То есть здесь у нас получается что? Здесь у нас идет вот эти 2 столбика, они в рисунок уходят, а 3 столбика это планочка. А здесь у нас рисуночек дальше пойдет. Как бы добавляется он у нас. 2 воздушные петли на подъем. Поворачиваемся. Дальше вяжем планочку. 2 столбика. Теперь воздушная петля. И вот эту арочку из 2 воздушных петель вяжем. 2 столбика. 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика. Как бы у нас добавляются петельки, расширяется здесь рисуночек идет. Опять 2 воздушные петли. Теперь вот над этими 4 столбиками вяжем 3 столбика. Первый столбик вяжу за первым столбиком предыдущего ряда. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и переходим вот к этому нашему элементу. Здесь в арочке из воздушных петель, в первой арочке вяжем 2 столбика.
2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика. Воздушная петля, как видите, у нас вот эта часть расширяется потихонечку. В следующей арке повторяем 2 столбика, две воздушные и сюда же еще 2 столбика. Две воздушные петли. Что у нас выходит? Так, чтобы вам было видно. Как видите, вот этот элемент узора у нас постепенно расширяется. Уголочком идет. Мы все больше и больше добавляем элементов. А здесь вот у нас как бы конус получается. У нас было 5 столбиков, 4, 3, и постепенно он будет убавляться. Так вот, вяжем до конца ряда. 3 столбика, здесь повторяем вот этот элемент и так далее до конца ряда. Итак, дошла я до конца ряда. Последние 3 столбика. Теперь в конце у нас должна быть симметрия с началом ряда и концом. В начале у нас были, как видим, перед планочкой вот такой вот элемент, после планочки вернее. И то же самое мы сделаем здесь перед планочкой, то есть в арочку. Вяжем 2 столбика перед планкой, арочка. 2. 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика. Так, вот такой вот элемент. И дальше воздушная петля и сама планочка. Планочку вяжем в каждую петельку предыдущего ряда. Раз, два и три. Вот такой вот элемент у нас в конце ряда. Опять 2 воздушные петли на подъем. Поворачиваемся, вяжем планочку. 2 столбика. Раз, два. Воздушная петля. Опять же, здесь вот в этом элементе мы будем добавлять столбики. Здесь у нас была 1 воздушная петля, и сюда мы вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. И еще один столбик с накидом сюда же. Вот такой вот элемент. Дальше 1 воздушная петля. И в следующий элемент в арочку вяжем 2 столбика. То есть мы повторяем то, что было перед этим. 2 столбика, 2 воздушные. И сюда же еще 2 столбика. Две воздушные петли. Вот так вот у нас должно получаться. Дальше у нас было 3 столбика вот в этом элементе. Теперь 2 столбика остается. С каждым рядом у нас уменьшается на 1 столбик. 2 столбика, 2 воздушные, и дальше переходим вот к этому элементу. Первую арочку вяжем 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика сюда же. Первый элемент, как видите, мы без изменений связали. Добавлением у нас будет между вот этими двумя элементами. 1 воздушная петля. Вот в эту арочку вяжем столбик с накидом. Воздушная. И еще один столбик сюда же.
Как видите, добавила вот этот элемент. Дальше воздушная петля. И следующий элемент уже без изменений вяжем. В арочку 2 столбика. Две воздушные и сюда же еще 2 столбика. Две воздушные и так далее уже повторяем. Дальше здесь у нас будет просто 2 столбика и дальше повторяем вот этот элемент. Как видите, вот у нас расширяется таким вот образом. Повторяем так до конца ряда. Так, дошла я до конца ряда, последние 2 столбика я связала, и теперь вот этот элемент, опять же, мы симметрично будем вязать с той планочкой. Так, вот 2 воздушные петли и в арочку вяжем 2 столбика, 2 воздушные. Сюда же еще 2 столбика. Воздушная петля. И перед планочкой, здесь у нас была 1 воздушная петля, вяжем столбик, воздушная. И сюда же еще столбик. Воздушная петля и дальше вяжем планочку. Петельки, 3 столбика. 1, 2 и 3. Теперь 2 воздушные петли. На подъем поворачиваемся, вяжем планочку, 1 столбик и 2 воздушная петля. Теперь переходим вот к этим нашим элементам, и вот здесь вот, где у нас было 2 столбика, между ними вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2 воздушная петля и сюда же еще 2 столбика. 1, 2 воздушная петля. Дальше этот элемент следующий вяжем без изменений. 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика сюда же. Как видите, вот у нас уголочек постепенно расширяется. 2 воздушные петли. Дальше у нас здесь остается только 1 столбик. 2 воздушные. И переходим к этому элементу, продолжаем расширять его. Первый элемент мы вяжем без изменений 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика сюда же. Воздушная петля. Так, вот он идет, этот элемент крайний, он у нас без изменений. Теперь вот в середине, там где мы добавляли вот этот элемент, 2 столбика с воздушной петлей между ними, здесь между столбиками вяжем следующий элемент, добавляя столбики. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика сюда же. 1 и 2 воздушная петля и следующий элемент уже вяжем без изменений, крайний, 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика сюда же.
2 воздушные, дальше повторяемся. Так, вот что у нас должно получаться. Как видите, потихонечку мы его расширили. Так, я сделаю поближе, чтобы вам было хорошо видно. Как видите, вот этот вот элемент у нас был, да? Здесь было 5, 4, 3, 2, 1. Мы вот к одному подошли. А вот эта часть у нас постепенно расширялась методом добавления вот этих вот элементов. Вот у меня их 3 получилось вот в этой части. Мы повторяем дальше до конца ряда. И почти мы с добавлениями по кокетке закончим. И дальше перейдем к следующему этапу узора. И тогда ходим до конца ряда. И вот последний элемент. Вот здесь вот у меня столбик и 2 воздушные петли. Переходим уже к последнему этапу. Здесь вот этот элемент вяжем. 2 столбика. Две воздушные. И 2 столбика. Сюда же воздушная петля, и опять же вот в этом элементе, где у нас 2 столбика идет, добавляем петельки, столбики вернее. 1 2, 2 воздушные, и сюда же еще 2 столбика вяжем. 1 и 2. Дальше воздушная петля и планочку вяжем. Два и три. Так, закончили. И теперь перейдем уже к вязанию по кругу. Мы объединим планочки. Так, смотря на какую сторону у нас будет застегиваться, скорее всего сзади у нас будет идти планочка, смотря какая сторона лицевая. В принципе, здесь при вязании крючком не очень заметно, где лицевая, где изнаночная сторона, поэтому совмещаем планочки таким вот образом и соединяем. Здесь вот я соединю воздушную петлю. Соединяем. Потом мы закрепим вторую часть планочки уже при вязании следующего ряда. Поднимаемся, вернее, перейдем вот в этот элемент такими шагами. 1 в петельку, 2 и 3. Перешли. Здесь, как я говорила, мы потом закрепим. Поднимаемся на 2 воздушные петли. Теперь это у нас будет начало ряда. Вяжем сюда же столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же 2 столбика. Одна воздушная петля. Здесь мы ничего добавлять не будем, просто будем повторять вот этот элемент в каждом элементе предыдущего ряда. Опять вяжем столбик, 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. Воздушная петля. Переходим к следующему элементу. Опять же вяжем 2 столбика, 2 воздушные и сюда же 2 столбика. То есть мы как бы завершаем кокетку, опять воздушная и опять следующий элемент. 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. Воздушная. Так, давайте посмотрим, что у нас должно получиться в итоге.
Как видите, вот у нас будет повторяться вот этот элемент, и в то же время вот эту часть мы закрываем. И здесь она также закроется дальше, когда будете вязать. То есть вяжите только вот эти вот элементы. Их по три в каждом рапорте вот этого узора, в каждом элементе их будет по три штучки. Здесь три, здесь три, здесь три и так далее. До конца ряда вяжем таким образом. Итак, вот такая у нас кокеточка должна получиться. И вот в конце я подошла, последний элемент связала, и нам нужно будет до конца уже соединить планочку нашу, она болтается не очень хорошо. Вот этот последний элемент я связала перед планкой. Теперь нужно будет то, что болталось в первый, вот таким вот образом соединяем столбиком. И вот здесь вот я добавлю, видите, у меня расстояние между элементами сильно большое, поэтому здесь я провяжу такой вот элемент из двух столбиков, воздушных две, и сюда же два столбика. То есть добавлю еще один элементик на месте планки, воздушная, и здесь опять же у меня расстояние сильно большое, поэтому я еще один элемент сюда добавлю. Раз, два, две воздушные и еще два столбика сюда же. Воздушная и соединительная петля с началом ряда. Переходим, опять делаем переход соединительными петельками. Раз и два. Две воздушные петли. И теперь нам нужно будет определиться, так вот у нас как выглядит вот эта часть, там где у нас планочка идет. Так, поближе покажу. Таким вот образом. Теперь нам нужно посчитать вот эти вот элементики. Сколько у нас их по кругу, для того, чтобы отметить, где у нас будет рукава, а где мы перейдем уже на нижнюю часть платьюшка, нам нужно будет для этого узнать вот это количество. Итак, у меня таких элементов, вот таких вот элементиков у меня 33. 33. Делим на 3. Получится у меня 11. 11 нужно будет разделить на 2. Получится примерно 5, но одну мы потом перераспределим туда, куда нам надо. Вот эти вот 5 пока считаем. Как мы это все будем распределять? Вот у нас круглая кокетка идет. Да? И будут, вот так вот мы будем делить здесь спинка, перед, рукавчик, рукавчик. 11 элементов у нас будет здесь. И здесь по 11 элементов. Так, теперь это 22 элемента, да? 22 элемента. Можно будет даже не так посчитать. 22 элемента. Мы 33, а 33 отнимем 22. Получится, что у нас 11 таких элементов, да? Один у нас лишний получается. Но можно его добавить... Можно по 5 сделать и один элементик куда-нибудь, ну, может быть, на перед лучше всего. На перед мы сделаем 12 элементов. Но теперь их нужно будет отсчитать и отметить маркерами. То есть 5, 11, 5, 12. Ну, если четное, вы там смотрите у себя, сколько у вас получится. Если вы вдруг вяжете немножко больше, набрали воздушных петель, у вас немножко другой расчет получится. И сейчас будем отмечать на самой кокетке. Так, вот смотрите, я немножко сместила не по расчету. Почему? Сперва я отметила так, как нужно, но потом я сместилась еще на один элемент чуть ниже. Почему я это сделала?
я смотрю по своей мерочке. Вот, например, от маркера до следующего маркера мне по обхвату нужно 22 сантиметра. Поэтому, когда я сделала больше, там, где они у меня были отмечены до этого, получился больше обхват, а мне он не нужен. Поэтому я немножко сместила. И у меня получилось впереди по 10 таких вот элементиков. На рукавах 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 7 элементов. Впереди 10, а сзади у меня 9 таких элементов. Поэтому смотрите, это можно подкорректировать. Посчитали сперва так, отметили, затем измерили. Если не подходит, немножко корректируем и смещаем наши маркеры. Так, теперь дальше будем уже вязать по... Сперва один ряд мы с наметкой на рукава и на спинку и перед, а дальше уже будем делить. Вот на этом этапе можно, в принципе, и уже отпарить, потому что когда уже перейдем к нижней части, будет сложновато отпаривать. Поэтому смотрите. Так. Значит, переходим дальше к вязанию. И начало ряда нашего. Теперь будем вязать просто столбиками, выравнивая край. Вяжем в отверстие столбик, а над двумя столбиками вот этими просто в петельку. Итак, над вот этими двумя столбиками прямо в петельку вяжем столбики. Раз и два. Там, где у нас была одна воздушная петля, вяжем столбик. Просто столбик с накидом. И опять над двумя столбиками вяжем 2 столбика в каждую петельку. В арочку 1 столбик. Вот так вот провязываем этот ряд до маркера. Над столбиками 2 столбика, в арочку 1 столбик. Опять в арочку 1 столбик, над двумя столбиками 2 столбика, прямо в петельку. То есть чередуйте 2 столбика над двумя столбиками предыдущего ряда, а в арочку 1 столбик. И последние 2 столбика я над двумя столбиками провязала. Так вот выравниваем полотно и дальше. Дальше мы переходим к рукавам. И здесь вяжем немножко по-другому. Вот над этим элементом здесь вяжем 3 столбика в арочку. Три воздушные петли и еще 3 столбика сюда же. Такой вот элемент. И сразу же переходим к следующему. Воздушных петель мы не делаем. Опять же 3 столбика. Три воздушные петли и 3 столбика сюда же. И к следующему элементу опять же
3 столбика. Три воздушные петли, 3 столбика. Вот такие вот элементики у нас на рукавах будут. Вяжем до следующего маркера. Так, я не буду отключаться, покажу вам уже до конца. И 2 последних элемента. Довязала я до маркера. И опять же переходим. Это у нас был рукавчик. Переходим к передней части. У меня здесь перед. И опять вяжем над столбиками 2 столбика. И варочку 1. И так до следующего маркера. И опять же переход на рукавчик. Точно так же, как я показала. И так до конца ряда выравниваем все петельки, а потом уже перейдем к нижней части. Так, что у нас должно получаться? Сейчас вам покажу примерно. Так, вот у нас будет здесь вот. От маркера до маркера ровненькое полотно на рукавчиках. Такие вот элементы. Опять переход до маркера ровненько выравниваем. И переход на рукавчик. Вот так вот вяжем этот ряд. Итак, закончили. Как видите, вот здесь вот у меня идет ровненько. Затем рукавчик ярко выраженный. И на спинке закончили и соединили. С началом ряда. Так, кто не понимает, как соединить, я покажу сейчас. Вот я последний столбик связала. И просто с началом ряда соединяем соединительной петлей, поднимаемся на 2 воздушные петли. Теперь будем вязать только части, где у нас выровнен. Рукавчик мы уже не будем вязать, а просто вяжем этот ряд столбиками. Каждую петлю предыдущего ряда вяжем до маркера. Каждую петельку.
И последний столбик связали вот эту часть. И сразу же переходим к передней части. То есть рукавчик мы не трогаем, вяжем только спинку и перед. Сразу же переходим к вязанию столбиков на передней части платья. Вяжем опять же столбиками до следующего маркера. И там точно такой же переход на спинку. До конца ряда. То есть вот что у вас должно получиться. Вот рукавчик у нас соединился. Так, и вяжем до вот этого маркера и сразу же с переходом на спинку. И вяжем так до конца ряда. И так я закончила круг. Вот что у нас должно получаться. Теперь таким же образом мы свяжем еще два ряда обычными столбиками. Опять я соединила конец ряда, опять вяжем столбики с накидом, повторим все это еще два раза. Но здесь можно корректировать, насколько высоко или низко вы хотите ее нижнюю часть платья сделать. Можно один ряд провязать, но, по-моему, два ряда, потому что тут у меня лента будет, поэтому я решила связать еще два ряда. А если вы хотите юбочку сделать ниже, там на линии талии, а может быть даже еще ниже, там по бедрам, смотрите, можно будет связать вот эту часть просто обычными столбиками до нужной вам высоты. Ну, я буду вязать два ряда. В общем, повторите еще этот ряд и следующий ряд, и потом уже перейдем на юбочку. Итак, вот закончила я вязать полосы из столбиков. Ну, а теперь перейдем к вязанию юбочки самой. Так, я закрыла и поднялась на 3 воздушные петли. Теперь мы будем вязать столбики с двумя накидами. Я поднялась и вяжу отсюда же столбик с тремя накидами. 2 воздушные петли и опять сюда же столбик с двумя накидами. Два накида делаем и вяжем столбик. Вот такой вот элемент у нас получается. Теперь пропускаем 1, 2 столбика. Здесь вот я связала наш элемент, пропускаем 2 столбика, а вот следующий элемент мы будем вязать за переднюю стенку столбика. То есть подхватываем ее таким вот образом за переднюю сторону и вяжем столбик с двумя накидами. Подхватываю петельку впереди и вяжем столбик с двумя накидами таким вот образом. И еще опять же сюда можно даже повернуть столбик вот таким вот образом. Вот он у меня идет, да, этот столбик. Под него вяжем еще 2 таких столбика с двумя накидами. Два накида и еще один сюда столбик. Вот такой вот у нас перекрученный получается элемент. Видите, вот за переднюю стеночку я его связала. Дальше пропускаем опять 2 столбика. А теперь в петельку вяжем 2 столбика с двумя накидами. 1, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика сюда же.
И сюда же еще один. Теперь пропускаем опять 2 столбика. После петельки 2 столбика и опять подхватываем петлю, поворачиваем, чтобы нам было удобно вязать, вяжем прямо в столбик 3 столбика с двумя накидами. Раз, два, три. Вот так вот должно получаться. Опять пропускаем 2 столбика и в петельку вяжем 2 столбика с тремя накидами. С двумя, вернее, я иногда оговариваюсь. Ну, вот. Смотрите то, что я делаю. Иногда задумаешься и что-то в голове другое, и начинаешь уже что-то не то говорить. Так, вот связали этот элемент и опять пропуская 2 столбика, в третий поворачиваемся для удобства вязания. За переднюю стеночку вяжем 3 столбика. Раз, два и три. Как бы вы вертикально, получается, вяжете вертикально этот элемент. Таким вот образом вяжем до конца ряда, чередуя вот такой вот элемент и вот такой вот развернутый элемент. Он у нас как бы получится такие складочки. Вяжем до конца ряда. Следующий ряд я вам покажу. В принципе, он не сложный, этот узор. Главное не запутаться. Итак, я довязала до конца. Желательно последний элемент у нас вот такой вот должен быть. Если даже не помещается, немножко сдвиньте в сторону. Теперь вот я его связала и соединяем с началом ряда. И здесь у нас была цепочка из воздушных петель. Прямо над ней соединяю. Делаем переход внутрь элемента соединительными петельками. Варочку. Поднимаемся на 3 воздушные петли и мы будем повторять этот ряд точно так же, как мы вязали. Опять вяжем столбик с двумя накидами, 2 воздушные петли, но теперь уже вот в эту арочку каждый раз последующие ряды будем точно так же вязать. В арочку вяжем еще 2 столбика. Так, опять я накид один забыла сделать. 2 накида и 2 столбика вяжем. Теперь, где мы будем вязать вот этот вот элемент? Здесь у нас вот 3 столбика идет, вот на этом перекрученном, да? Берем серединный столбик. Только середины. И опять же повернемся так, чтобы нам было удобно вязать вот в нее, в этот столбик. Вяжем в него 3 столбика с двумя накидами. Вот серединный столбик получается у нас. 2 и 3. Как видите, вот он у меня под серединный столбик идет, вот эти 3 столбика вяжутся. Теперь дальше опять переходим к следующему элементу. Как обычно, он у нас ровненько идет. 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. Опять берем вот этот элемент, из него только серединный столбик, поворачиваемся для удобства вязания и под серединный столбик вяжем 3 столбика. Раз, два, три.
3. Возвращаемся на место и вяжем следующий элемент. И 2 воздушные. Вот так вот дальше повторяем. Вот у нас получается как бы такая вот складочка. Дальше будет даже видно все это, когда дальше будете вязать. Вяжем таким вот образом на примерно где-то 6 рядов. Если вы хотите прямо вязать, то можно прямо на нужную длину связать. Если немножко расширить хотите, то можно через где-то 4, может быть, ряда, через 5 рядов добавить вот в этой части еще по столбику. Тогда у вас юбочка немножко расширится и будет расклешенная. Так вот вяжем, повторяя ряд постоянно на нужную длину. Эта часть у вас не будет меняться. Здесь не нужно будет добавлять, только вот в этой части добавите, и у вас получится расклешенная. Итак, вот я закончила вязать подол, и смотрите, я 5 рядов я вязала. Видите, здесь у меня по 2 столбика. А с 6 ряда я начала, уже добавила по 1 столбику в самом элементе. И уже дальше прямо вяжем уже без прибавления и так далее. Ну и все, на этом мы закончили. Вот я единственное здесь ставила ленточку и пришила. Пуговка. Здесь вообще-то украсить можно чем угодно, но я решила обойтись только вот этим украшением. Мне кажется, платье и так само по себе нарядное. И, может быть, такие украшения будут лишними. Здесь вот сзади просто пришиваем пуговку. Здесь я не стала делать петельку, потому что можно вообще-то, в принципе, вот в любую дырочку застегивать саму пуговку. Ну и на этом мы закончили. Надеюсь, вам было понятно. Платьюшко очень-очень вяжется просто. Надеюсь, у вас получится. Отпаривать платье я не советую, потому что у нас ребристое такое вот складчатое полотно получилось. Поэтому лучше его не отпаривать внизу. Единственное, кокеточку можно отпарить и на этом закончить. Ну, надеюсь, вам было все понятно. Надеюсь, увидеть работы. И до свидания, до следующих встреч.